Всем привет! Мы на творческой даче у Светланы Писецкой. У нас здесь небольшая выставка. Сейчас переведу камеру в другой режим. Покажу. От меня вот такие маленькие. Малюсенькие. Вот такие работы Миши Абрамова. Вот такие вкусные. Это Мары земляной шарфы. Это готовы. Наряды для стихий. Вот такая дама. Тоже Миша Абрамов. Поискать надо. Потому что я была уверена, что около мангала должны быть свечки или старая зажигалка. Ну что-то сейчас совершенно нет. Сейчас найдем.